До речі, як ви казали, що Путін може закрити рот пропагандистам, звісно, вони абсолютно контрольовані. Але вчора ми бачили яскравий приклад неконтрольованої маси людей, які все-таки вирішили вийти на мітинг, що для Росії вкрай рідко. Люди кричали «нєт війні», тобто вони прокинулись через стільки місяців. Чи зможе їм влада закрити рота? Чи буде це такий сценарій звичний, тобто вони вийдуть, покричать, їх затримують і все це зупиниться? Чи це вже якийсь процес, який запустився, його неможливо зупинити? Тому що там матері, там сестри, там дружини розуміють, що їхні чоловіки можуть забрати і вони можуть не вернутися. Я думаю, вот сейчас эту волну быстро погасят, потому что, судя по тому, что я видел там в Питере или в Москве, ну, максимум несколько сот человек, то есть в разы меньше, чем людей, которые бегут из России. То есть россиянин выбрал для себя путь сбежать, замолчать, спрятаться, но не выходить и не протестовать. Я думаю, будет вторая волна, она будет более серьезной, протестов. Это когда поедут первые трупы, вот этих вот мобилизированных по этому указу людей. То есть тогда уже и комитет матерей, и дети, и все остальное. То есть вот они все повыходят и будут чего-то там говорить. Но я тоже не обольщаюсь в данном случае. То есть параллельно же был принят репрессивный механизм, который позволяет сажать до 15 лет людей, которые против мобилизации или саботируют эти процессы. Поэтому я думаю, что они... Российский народ – это один коллективный такой вот, простите за сленг, терпила. Вот. Ему проще спрятаться и убежать, чем выйти и снести Путина. И опять же, вот эти митинги «нет войне», там, когда всех по одному забирали в автозаки и отвозили, они же вот в таком мирном формате они ни к чему не приведут. То есть без коктейлей Молотова, без организованного сопротивления, без поджогов этих автозаков ничего не будет. Их заберут по одному, обработают, кого-то, может, и на войну отправят. То есть не исключаю такой вариант. Ну, ви, до речі, кажете, поки не прийдуть перші трупи, от фахівці говорять, що для того, щоб підготувати цю масу людей, яких виловлюють на вулиці, яких, наприклад, немає досвіду, треба хоча б 2-3 місяці. Але паралельно з'являються новини, що чоловіків, яких вчора затримали, вже сьогодні кудись везуть. Тобто, ймовірно, що такий сценарій, що їх відразу кинуть на фронт, і, власне, ці трупи прийдуть дуже швидко, тому що люди не підготовлені. Чи може таке бути? Так и будет, да. И я тоже слышал и читал, в том числе в некоторых российских телеграм-каналах, что некоторых сразу везут там без какой-то учебки, без подготовки. Опять же, вот если мы берем, например, вот этого рядового россиянина до 35 лет, ну давайте представим, вот он в 18 лет он пошел служить, или в 19, или в 20. Прошел там год какой-то службы или полтора, вот. Что он помнит сейчас в 35 лет о том, что было тогда, какие навыки у него остались? Я думаю, что ну, какие-то где-то далеко там в подсознании какие-то пару знаний осталось, и все. Ну, то есть бросать их вот туда, плюс есть же понятие, они же должны быть какой-то, ну не знаю, боеспособной единицей, понимать, если он служил там или проходил службу каким-то ракетчиком, то должен понимать, как работают рода других войск, ну и остальное все. То есть это абсолютно неподготовленные люди. Ну и опять же, физическое состояние этих людей. Мы понимаем, что они не в идеальном состоянии. То есть сейчас зима на носу. Просидеть в окопе и получить себе там кучу хронических заболеваний, если повезет, а если не повезет, просто трупом стать, тоже не вариант. Ну, то есть, я думаю, что еще будет одна волна информационная, когда их туда бросят, уже сейчас их туда бросают на фронт, и они оттуда начнут давать обратную связь. Одно дело смотреть по телевизору, как рассказывает российская пропаганда, как доблестные солдаты там одним выстрелом 20 байрактаров сбивают, а другое дело залезть в грязный окоп по колено в воде, в холодный, да еще и сидеть там и ждать, когда прилетит снаряд. А в Украину оружие поставляется. То есть я думаю, что вот эта волна, когда они начнут бежать или сдаваться в плен, это еще тоже будет проблема для Путина.